Добрый день, меня зовут Виктор, и сегодня я расскажу вам про прибор швейцарского бренда MicroLife A2 Standard. Прибор A2 Standard бывает трех видов. Первый – это A2 Standard с адаптером. В комплектацию входит чехол, адаптер, манжета размера ML2242 и 4 батарейки. Второй вид – это прибор A2 Standard с адаптером с манжетой M. В него входит в комплектацию адаптер, манжета стандартного размера M2232 см и 4 батарейки. И третий вид – это прибор A2 Standard без адаптера. В комплектацию, соответственно, не входит адаптер, в нем нету чехла, и манжета M размера 2232 см и 4 батарейки. Прибор A2 Standard оснащен технологией PAD. Технология PAD – это гарантия результата при любом виде аритмии. Это означает, что даже при наличии у вас аритмии вы получите результат, а не уведомление об ошибке. Приборы A2 Standard оснащены технологией Gentle Plus. Данная технология позволяет комфортно нагнетать воздух в манжету, не передавливая руку. Данная технология позволяет добиться максимальной точности за счет исключения болевых ощущений, передавливания руки и долгого ожидания результатов измерения. Приборы A2 Standard оснащены памятью на 30 измерений на одного пользователя. Приборы A2 Standard обладают гарантией 11 лет. Сервисные центры MicroLife находятся во всех областных центрах Республики Беларусь. Каждый прибор проходит государственную поверку. Это значит, что каждый тонометр побывал в руках государственного поверителя, прошел через эталонное устройство и соответствует всем установленным нормам. Приборы A2 Standard – это самые доступные приборы швейцарского бренда MicroLife, обладающие самыми необходимыми технологиями для получения точного результата в домашних условиях.